состоялся мастер-класс в РКБ, мастер-класс, посвященный торакоскопическим сегментэктомиям с использованием технологии определения границ сегментов по перфузии при помощи индоцианина зеленого. Мы использовали отличную стойку рубина, которая дает возможность визуализации в 4К в условиях системы улучшения визуализации, а также при использовании индоцианина зеленого, там есть режим ACG, хорошая, свои задачи выполняет. Было комфортно и удобно. И теперь мы имеем возможность на этой стойке и видим и одновременный режим белого света, то есть видим нормальные структуры анатомические, и также видим распределение индоцианина. Я уверен, что для хирургов, которые занимаются колопроктологией, также это будет очень полезно для определения границ. Но и при операциях с использованием индоцианина для определения сигнальных лимфоузлов тоже удобно иметь и картинку, совмещенную картинку ICG, потому что ровно это позволяет продолжить операцию и диссекцию вокруг сосудов.